Возьмем песнопение «С нами Бог». Это самое известное было все советские годы, пелось даже в Великую Отечественную войну. Это песнопение в храмах звучало. Вы знаете, это в Рождество это звучит как продолжение жизни. И продолжение жизни звучит точно так же в Пасху, как Христос воскресе, можно сказать. Вы знаете, сам отец Василий был очень воодушевленный человек. Это был священник, это был композитор, это был преподаватель Ярославской духовной семинарии. То есть это очень актуально и для нас. Он написал много теоретических трудов, которые актуальны очень сейчас в преподавании пения не только церковного, вообще пения. И они, эти книги, переиздаются. Вы знаете, вот я бы сказала, что песнопения отца Василия Зиновьева звучали, несмотря на то, что вот эти трудные годы, 20-е, 30-е были, Великая Отечественная война. Очень много произведений просто бесследно исчезло. И где-то вот на 60-е годы прошлого века и было известно 2-3 произведения, которые пела вся Россия. «С нами Бог», «Искупил на Иси» и там еще несколько. И только благодаря тому, что вот эти произведения в храмах звучали, мы сейчас знаем имя отца Василия Зиновьева. Когда я стала изучать вот его наследие, ну вот... Нечего. И вот многие долгие годы я искала, нашлось почти 200 его произведений, уже 40 детских песен нашла, замечательных песен для детей. Сейчас они переиздаются, уже в Москве мы переиздаем. И вот только благодаря тому, что они в храмах звучали, мы сейчас можем сказать, что нам имя отца Василия известно. И звучит не только в храмах его музыка, но и на концертных площадках. Вы знаете, вот такая сила музыки –